Всем привет! По заказу компании «Электромотор» обзор трехрежимного перфоратора CRES HME-20. Потребляемая мощность 500 Вт, 1100 оборотов в минуту. Энергия удара 2,2 Джоуля. Вес 2200. Имеет переключатели режимов, предохранительная муфта, реверс и электронный регулятор мощности. Этот агрегат у меня с 2000 года. 2 года я им отработал. 2 года 360 дней в год. Потом отдал приятелю. 3 года он им работал. Не знаю, что им делал, но корпус побил как будто бы об стенку. Я его немножко пошлифовал, пополировал, но все равно приличным заказчикам идти с таким инструментом стыдно. Такой перфоратор можно заказать в компании «Электромотор». Телефон 500-0888. Принцип работы. Электродвигатель, редуктор и ударный механизм. Вращательные движения преобразуют в поступательные. Поршень разгоняет в боек, боек бьет по торцу бура и вгоняет бур в бетон. Что происходит при сверлении потолка? Отработанный бетон сыпется вниз, а охлаждение движка у нас воздушное. Через эти отверстия воздух засасывает. Через эти, раз, два и три, выдувает. Что получается? Бетон опускается, попадает под выхлоп, и все летит в глаза. С этой стороны попадает под выхлоп и распыляет по всему помещению. То же самое и здесь. С этой стороны все, что не распылило, опускается вниз. Опять же засасывается, проходит через подшипники, через движок и снова распыляется. Как с этим бороться? Ну, если у вас руки выросли из задницы, лучше вообще ничего не делать. Возьмите очки и респиратор. Если хотя бы одна рука правая, ну, можно попробовать, ну, хотя бы вот такой спичечный коробок и при помощи скотча прикрепить напротив выхлопа. Я не пробовал, но должно сработать. Если руки растут из правильного места, то можно сделать немножко иначе. Для этого нам понадобится кусок полистирола, кусок пластмассы от старого кейса. Отрежем маленький кусочек. Раз, все, подложим фанеру, это пока не надо, берем перфоратор и ставим накладочку такую деревянную. Здесь у нас такие 4 гвоздика, они как раз попадают в эти пазы, чтобы не смещалось. Раз. Возьмем фен и пошли разогревать. Опа! Так,
Теперь делаем вот так. Берем этот кусманчик, накладываем сюда, раз. Получилась вот такая красота. Кто сказал не на ту сторону? Все правильно, на ту.
Проверим, как он в работе. Бумажный флажок на веревочке показывает направление ветра. А теперь снимаю защиту. Не буду ничего доказывать, выводы делайте сами. Всем спасибо за внимание.